Особое мнение на 101 FM. Добрый день. У микрофона Владимир Сметанин. Позавчера, 3 апреля, губернатор Кировской области Игорь Васильев подписал указ о назначении на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кировской области Владислава Попова. И сегодня, в данный момент, Владислав Леонидович находится в нашей студии. Добрый день. Добрый день. Мы тут разговорились до начала нашей беседы в эфире. Оказывается, мы земляки. Может, даже и родственники. Может, даже и родственники. Но это все по-честному у нас сегодня будет в эфире, несмотря на это. Да? Я напоминаю нашим слушателям, что и вы можете участвовать в нашей беседе, задавать свои вопросы гостю особого мнения. На сайте hakirova.ru есть специальная форма. И, кстати, есть несколько вопросов уже вам. Вот с этого вопроса я, пожалуй, и начну. Так было запланировано. Иван интересуется. Здравствуйте. Вы работали в правительстве области при Шаклеине. Ушли оттуда, а теперь, получается, вернулись. Хочу узнать, что вами двигало тогда и что движет сейчас. Есть общее... Верно, вы работали в правительстве. Да, это полная когда правда. Когда Николай Иванович руководил... В 2004-2005 годах, когда Николай Иванович Шаклеин заступал на пост губернатора, очень похожая ситуация, как она происходит сейчас, новый губернатор, новая команда, очень сильно менялся состав правительства. И тогда был интересный эксперимент, когда на работу чиновниками приглашали молодых управленцев. В то время я возглавлял ассоциацию выпускников президентской программы, ассоциацию менеджеров. Угу. Соответственно, как раз ко мне и обратились, чтобы из числа наших членов дали кандидатов на различные должности. Мы порядка 10-15 кандидатур дали. И в том числе двум выпускникам программы, мне и Эдуарду Носкову, предложили поработать заместителем губернатора. Это был очень интересный проект. Невзирая на то, что я очень сильно потерял в деньгах, уходя с очень интересной работы в промышленности на предприятии Кировской области. Пришли на чиновничью должность, да. И зарплата там была поменьше. Она была намного меньше, очень сложные отношения. Но тут, вот если говорить про тот период, ну, что было похожего, что было разного. Тогда было много амбиций, и ну, когда тебе предлагают поработать с заместителем губернатора, то это очень сложно отказаться. А какие вопросы вы курировали? Когда нас согласовывали, изначально у нас даже не было разбивки по курируемым сегментам. Она появилась позднее, и это был такой небольшой кот в мешке. Мне дали самую сложную нарезку, мне отдали энергетику, ЖКХ, те сегменты... Ну, одни из самых проблемных, очень проблемные. Да. И для меня это был очень тяжелый период работы. Вот сейчас я нахожу тех коллег, с которыми раньше работали. Ну, мне приятно, что мне говорят, что да, вот когда вот вы работали, все-таки вы, конечно, были молодой, наломали дров, но все-таки смогли разобраться. Поэтому общий момент, специфичный момент, который сейчас во мне сейчас этого нет, тогда были амбиции. Общий момент, что было тогда и что сейчас, это определенное желание, естественно, желание служить региону. Потому что мы все очень много критикуем. У нас есть такая категория диванных или кухонных знатоков, которые, вот, судя в домашней обстановке, сидя в домашней обстановке, mm-hmm. вот, решают, обсуждают какие-то глобальные проблемы, но при этом, кроме критики, это очень сложно что-либо предлагать, ну, и делать. Простите, служить региону — это тоже достаточно такое общая фраза. Совершенно верно. Общая фраза. А что конкретно? Ну, в тот момент времени, как бы то ни было, мне удалось продвинуть ряд серьезных полезных продуктов, проектов. В тот период времени никому не известна, сейчас, извиняюсь, такая многострадальная кировская региональная ипотечная компания. Тогда это была достаточно мертвая структура. Немногие знают, что в 2004 году эта структура, благодаря усилиям молодых управленцев, которые пришли к управлению данным проектом, заняла 4-е место по объемам ипотечных продаж в стране. В стране? Да. Даже не в Приволжском федеральном округе? Да, потому что очень грамотно была работа организована. Это заслуга вот нашей молодой команды. Этот проект удался. Тогда же мы продвинули очень сложный законопроект по субсидированию участия в жилищных программ социальных работников и молодежи. Тоже это был очень сложный проект, он предусматривал бюджетное финансирование, но вот мы смогли такой закон пробить. Я уверен, что многим семьям в тот период времени, молодым социальным семьям, вот наш законопроект помог. Угу. Сейчас то же самое, когда вот возникла эта ситуация, что губернатор рассматривает кандидатов на место уполномоченного. Вот ко мне обратились представители деловых объединений, сказали, что у меня есть много
положительных качеств для данной должности и предложили поучаствовать в данном конкурсе. Тоже было сложно уходить из команды, с предприятия, которое на сегодня является у нас, как я считаю, одним из флагманов. Я напомню, да, вы работали на Селебаше, да, заместителем генерального директора. Да. Но здесь намного шире кругозор, намного больше обязанностей. Для меня это какой-то сейчас вот новый вызов вот в моей, так скажем, карьере. И я еще раз повторю, как бы это ни банально звучало, это действительно для меня сейчас возможность родному краю какую-то отдать дань. Я уехал отсюда в свое время за каким-то менеджерским постом, вернулся, поэтому возможно, что я вернулся для того, чтобы все-таки этому краю как-то послужить. Вы были одним из 8, да, ведь претендентов на должность бизнес-омбудсмена? Было 7. Ну вот... У вас, наверное, сейчас будет вопрос, как я отношусь к своим потенциальным, к тем конкурентам. Ну да, вы чувствовали себя уверенно, были уверены на 100%, что вы пройдете, вы выиграете этот отбор, или все-таки вот перед кем-то все-таки тушевались из этой команды претендентов? Вообще, не дай бог кому-то поучаствовать в выборах. Это действительно очень сложные процедуры. Я к ним готовился достаточно тщательно. Ну, если можно так сказать, моим все-таки основным конкурентом, как это, ну, это понятно, изначально был Андрей Николаевич Вавилов, то есть существующий бизнес-омбудсмен. Мы с ним очень похожи по складу характера. Но подождите, он же не заявлялся. Он заявлялся. Заявлялся. Но он как раз снял свою кандидатуру уже в самый последний момент, потому что на сегодня Андрей Николаевич все-таки вернулся к вопросам бизнеса, и на сегодня он себя реализует уже больше как бизнесмен, как общественник, продолжая эту деятельность, возглавляя Кировское региональное отделение «Опоры России». Угу. То есть, грубо говоря, он сейчас занимается той же работой, но маленько с другими задачами. Вас, не знаю, как сейчас, ну, раньше, вот говорят, вас связывали дружеские такие теплые отношения с Андреем Николаевичем. У нас с ним очень давние дружеские деловые отношения. Мы с ним оба являемся вице-президентами Кировской региональной общественной организации, объединяющей выпускников президентской программы, которую мы называем «Ассоциация менеджеров». У Андрея колоссальнейший потенциал, он очень системный человек. Нас вот часто как раз спрашивают, вот в чем между вами разница, вот вы такие похожие. У Андрея больше аналитичность ума, он очень хорошо умеет договариваться. И это искусство, которому можно поучиться у него многим людям, находить компромиссы. Но сама работа... Вот... И это выливалось в конкретное дело, да? Конечно. Надо понимать. Он умел... Договариваться между сторонами, да, чтобы, да, предприниматель оставался. Ну... Но у нас есть такой момент в законе об уполномоченном. Это все-таки публичность. Вот это был постоянно наш предмет к спорам с Андреем. Он имеет аргументацию и в его пользу, и в мою, потому что, с одной стороны, немногие хотят, чтобы их сложные взаимоотношения с контрольно-надзорными органами были предметом публичных обсуждений, какой-то экстраполяции на другие подобные ситуации. Но вот мое мнение, что все-таки необходимо успешные практики делать публичными и дальше их применять на похожие случаи. Ну, с вашего позволения, я слова Андрея Николаевича приведу, да, это он сказал нашим коллегам «Бизнес-новостям» еще в конце декабря, когда вы выступали со своей программой. Сегодня был лучший доклад Владислава Леонидовича. Его я знаю 15 лет. Если губернатор остановит свой выбор на нем, мне будет очень легко передать ему эстафетную палочку. И все, что я наработал за это время, и получил от Сергея Даниля. Ну, такой привет. Преемственность. Так вот, действительно преемственность у вас будет? Он передал вам эту символическую эстафетную палочку? Да. Как-то благословил на работу? Мы с ним очень тесно общаемся. Мы участвуем в дальнейших проектах по поддержке и развитию предпринимательства. Как я сказал, что он сегодня... В какой-то мере, вот, когда-то, когда у нас один из очередных сроков заканчивал наш президент, он сказал, ну, вот видите, когда там тоже спрашивали, будет же Медведев, он говорит, ну, дембель же. Так вот, в какой-то мере Андрей Николаевич тоже понимает, что это очень большая ответственность, а сегодня он сохраняет, как сказать, тот же потенциал, но вот уже с меньшей ответственностью. Ему сейчас легче стало жить, он реально вздохнул. И говорит, вот ты даже не представляешь, какое-то ярмо на себя взваливаешь. Сейчас вот уже проработав несколько дней, я такое чувство, что я проработал уже как минимум месяц. Потому что объем работы, который существует, объем информации, которую нужно перелопатить, просто колоссальный. Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в нашем регионе. Нам сделать нужно сейчас небольшую паузу, и мы продолжим нашу беседу. Особое мнение на 101 FM.
Нас можно слушать не только в традиционном радиоприемнике, но еще и на сайте kirova.ru, и там есть опрос, вернее, форма для вопроса нашему гостю. Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Еще один наш слушатель, Павел Григорьевич, интересуется, есть ли у вас опыт предпринимательской деятельности? Я какой именно? Да. Говорил много раз. После окончания института я, как многие, работал предпринимателем, ИП, занимался торговлей. 90-х были? Это был конец 90-х годов. Угу. Торговли чем? Торговли кондитерскими изделиями. Угу. У нас даже была своя пекарня. Вот, пекли кондитерские изделия. Но потом я туда зашел, потому что все-таки мое образование это все-таки больше менеджерское. Мне предложили в тот момент времени уйти главным бухгалтером Куприта. И я тот бизнес наш совместный оставил партнеру. Сам ушел на наемным менеджером. Mm-hmm. И вот потом уже пошла карьера как наемного менеджера. А второй период уже, когда я уехал во Владимирскую область, тоже ушел с крупного предприятия, был определенный капитал, и уже тот местный мне партнер Владимирский, так скажем, друг тоже по Владимирской ассоциации, предложил заняться проектом по разливу воды. Мы тогда взяли франчайзи от Зонова, потому что вот как раз ему был интересен... Василий Васильевич? Да, да, был интересный выход, очень был интересный проект, но, к сожалению, в том формате не пошел, потому что были очень большие проблемы с нашим уже тем Владимирским мэром, который был принципиально против установки ларьков, которые портят облик города Владимир. Поэтому в итоге остановились на стандартном проекте розлива воды. Очень долго искали место. Мы только год исследовали данную тематику, технологии производства, требования по качеству, расположения. Ну, в итоге нам удалось сделать очень хороший проект. Создавая свое предприятие, мы были совладельцами 50 на 50, вкладывали личные деньги, создали свой мини-завод с производственной базой, с колл-центром, с техникой, своя CRM-система, система обучения работников. Сложнейший проект. Вспоминаю тот период, с одной стороны, с большим уважением, с другой стороны, с большим трепетом, потому что, конечно, уровень риска предпринимателя, который он принимает на себя, до такой степени велик по отношению к тому, к тем обязанностям, которые есть у, даже называют его топ-менеджера, потому что ты отвечаешь за все лично. И, конечно, в тот момент времени я полноценно ощутил на себе уровень и значимость требований контрольно-надзорных органов, то есть налоговые, СЭС постоянно были в СЭС, потому что каждый месяц сдача анализов. Это очень сложный период. Поэтому тот период мне позволяет на сегодня ориентироваться в проблематике малого бизнеса. В общем, опыт, вы говорите, есть. А когда было проще бизнесом заниматься, тогда или сейчас? На мой взгляд, с бизнесом... Или смотря каким бизнесом. В том-то и дело. Меня очень поражает, когда достаточно легкомысленно вот наша нынешняя молодежь говорит, ой, вот все, вот я вот закончу тут и пойду заниматься бизнесом. Каким бизнесом? Ой, я найду чем заниматься. Какая ниша? Насколько ты вообще эту нишу исследовал? Вот я только сказал, что мы только год изучали, мы изучали производство, мы объезжали соседние регионы, то есть вот готовились к тому, чтобы сделать бизнес во Владимире, мы объехали Ивановскую, Ярославскую, Костромскую, Рязанскую область. Изучили похожее производство в Мариэл, вода сестрица. По сайтам изучали существующее производство в Европе и в Сибири. Очень большой, очень известный проект в Сибири. Мы только год исследовали технологии производства и изучали рынок. Когда человек говорит, я занимаюсь бизнесом, ну хорошо, займешься бизнесом, сколько денег ты готов в этот бизнес вложить? А самое главное, ты понимаешь, что ты будешь что-то до вечера заниматься этим бизнесом без выходных, все ночи. Помимо изучения бизнеса, ты должен понять, как этот бизнес интегрировать. Вот то, что мы сейчас является предметом работы уполномоченного, отношения с контрольно-надзорными органами. Это все нужно знать. То есть предприниматель, который собирается заняться предпринимательством начинающим, он должен себе отдавать отчет, что это колоссальный риск и ответственность. И еще помимо того, что отношение с КНД, ответственность за коллектив. То есть ты не сам по себе живешь, ты нанимаешь людей, ты за них несешь полную ответственность за их рабочие места, за их заработную плату, за их эффективность работы. Ну так все-таки давление когда было больше? Тогда или сейчас со стороны контрольно-надзорных органов? Сейчас очень сильно... Я понимаю, что другой формат работы. Да. Сейчас вот отмечают многие, что за последние 5 лет колоссально усилилось давление и претензии в основном со стороны налоговых органов. У нас очень много, у нас порядка 60, если так понасчитать, структур, которые занимаются контрольно-надзорной деятельностью по отношению к бизнесу. Учитывая, что любой бизнес в той или иной степени связан с обществом,
что и масштабы бизнеса любого растут, поэтому любой бизнес он испытывает давление. Учитывая, что каждый раз мы вот сталкиваемся с проблематикой, как вот сейчас у нас случилась трагедия, то важность... Кемерово мы имеем в виду. Да, да. Ну, то есть понятно, если успеем, поговорим. Да, многие, многие требования, которые привязываются к бизнесу, они аргументированы, и им надо следовать. Поэтому, но сегодня, если брать статистику, то колоссально возрастает требования, в первую очередь, налоговых органов. Налоговых. Ну, раз уж мы, да, к этой теме перешли, давайте поговорим. Как известно, у нас сменился не так давно начальник управления Федеральной налоговой службы по нашему региону. Светлана Чарушина ушла, пришел Денис Смехов. Денис Александрович. Да, Денис Александрович, вы согласны с мнением многих? Это мнение здесь, в нашей студии, звучало, что вот Светлана Геннадьевна несет личную ответственность за то, что вот такая большая налоговая нагрузка. Прямо она дожала многих, говорят. Мне сложно выразить личное мнение, потому что я не столь плотно еще занимаюсь данной темой. Я занимался ей только пару-тройку месяцев, пока готовился к данной работе. И больше как общественник, который все-таки, так скажем, в более мягком, щадящем режиме работает. Хотя мы в этот период времени несколько раз встречались и с Чарушиной, и с налоговыми органами. В этот же период времени я смог поработать с юристами, которые занимаются налоговыми спорами, с которыми вместе мы составили примерно статистику основных злоупотреблений, так скажем, налоговых органов во взаимоотношениях с предприятиями МСП. Но если мы говорим конкретно про роль Чарушиной в этом, то давайте все-таки понимать, что она работник конкретной структуры. Эта структура федеральная, задачи поставлены сверху. Угу. На мой взгляд, изначально у нас пошла подмена понятий. Все-таки изначально налоговые органы в большей мере были ориентированы на контроль правильности исчисления налогов с налогооблагаемой базы. Постепенно усилились как бы две другие функции, которые, на мой взгляд, не совсем свойственны именно данной структуре. Что это? Фискальные функции. То есть фактически с налоговой инспекции стали требовать взыскания денег с налоговых органов. И вторая очень странная функция, хотя напрямую налоговые управленцы это отрицают, но мы все понимаем, что у них есть плановый сбор налогов. Вот сам термин плановый сбор налогов, он, на мой взгляд, немножко абсурден. Mm-hmm. То есть можно каким-то образом налоговый орган... Это как палочная система в правоохранительных органах. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Mm-hmm. У нас есть социально-экономический прогноз. Мы можем спрогнозировать, соответственно, валовый продукт. Можно спрогнозировать те или иные налогооблагаемые базы и сделать расчет налогов. Это очень многофакторная модель. Но когда налоговая инспекция спускает план сбора налогов, и налоговый, естественно, что делает? Ну, его надо выполнять. Поэтому это не совсем... Есть, может быть, немножко разница работы мужчины и женщины, что ну, как-то вот женщины, они более исполнительные, а мужчины все-таки находят компромиссы. Возможно, вот ей просто, как вот руководители спускали, она вот просто, ну, спустили ей план сверху, и она выполняла свой план. То есть как работник конкретной федеральной структуры, она выполняла свою задачу. Хотя это тоже было предметом нашего спора, вот мне лично налоги показывали... Спор непосредственно с Чарушиной? Ну, или так скажем, да, потому что, ну как, да, у нас же это был предмет обсуждения, мы говорим, вы предвзято относитесь к бизнесу, они говорят, не так. Вот статистика по Приволжскому округу, вот наш процент собираемости налогов по отношению исчисленных и собираемых налогов в нашем регионе, он меньше, чем в соседних регионах, поэтому не все так однозначно. Ну, если все-таки говорить в целом, то... Мнение, которое мне удалось собрать как бизнес-омбудсмену на общественных еще началах, до вступления в должность, то совокупное мнение, что за последние несколько, ну, возьмем так, три, там, пять лет колоссально возросли вообще требования, обоснованные либо необоснованные налоговых органов именно к сегменту МСП. И, как это ни странно, именно к тем предприятиям, которые у нас, ну, так назовем, на плаву. Потому что есть определенная селективность. Это то же самое отмечают юристы, что, например, если налоговики видят, что предприятие не совсем в правовом поле, к нему как-то и спрос меньше. Ну, потому что что с него взять? Оно там уйдет в тень, почти. Но если есть реально предприятие, реально работающее, его, ну, как опять-таки говорят, обдирают до липки. Вот эти требования... Доить надо. Если уже говорить про совершенно абсурдные случаи, которые были, есть предприятие, на сегодня я не имею права называть его вслух, без согласования с данным предприятием. Опять-таки, по закону об уполномоченном я имею право какие-то случаи выносить, но без объявления, без конкретного юрлицо.
Есть предприятие, работает на экспорт. Уже понимая, что оно работает на экспорт, оно минимизировало закупки продукции, сырья, комплектующих с НДС, чтобы уже не было претензий. Но все равно НДС возникает как минимум с коммунальных услуг, то есть все равно предприятие какой-то НДС к возмещению ставит. У предприятия абсолютно белая заработная плата, абсолютно прозрачная деятельность. В приватных беседах, когда приходят инспекторы, они говорят предприятию: слушайте, пожалуйста, уйдите из Кировской области. Почему? Мы обязаны, придя к вам, найти какие-то нарушения, но мы не можем вас найти нарушения. Это абсурд. Есть другие... Вы сейчас на полной честности? Да. Уходите из Кировской области? Ну, я подчеркиваю, говорит это так, инспектор. Намеками, да. Может быть, это в шутку сказано, но это сказано. Пусть это шутка, но в каждом... Зачем уходить-то? Да потому что налоговик, приходя на это предприятие, ничего не может накопать. Вот соответственно... Так пусть предприятие дальше работает. Так потому что... Налоги в бюджет будет платить. Налоговика, палочная система... Ему нужно обязательно найти нарушение. Конечно. То есть ему невыгодно ходить на данное предприятие, потому что он не может найти нарушение, он плохо работает, он может потерять работу. Есть другой пример. Да. Из-за того, что именно в Кировском регионе такое количество всевозможных требований и проверок, это же касается не только кировских предприятий. Есть примеры, когда контрагенты других регионов, работающие с кировскими предприятиями, заявляют: ребята, вот мы не можем с вами работать. Почему? Когда мы работаем с предприятиями из кировского региона, мы потом получаем массу встречных требований от ваших налоговых органов, которые так и говорят: или вы меняете регион, или приходите на прочную систему налогообложения, иначе мы вам ничего продать не будем. Ваша налоговая дословно изнасилует нас потом запросами и требованиями. То есть наши... Это откуда вы такие данные? Можно спросить? Это вам непосредственно пришло, как уполномоченному, или раньше? И еще тем юристам, которые занимаются сопровождением бизнеса. Вообще на сегодня немножко меняется сама форма бухгалтерского налогообслуживания. Сейчас очень выгодно отдавать, особенно в сегменте МСП, бухгалтерское налоговое сопровождение на аутсорсинг. Угу. Почему? Первое, когда в предприятии есть свой бухгалтер, и он где-то ошибаются в силу там собственных, может быть, каких-то качеств, либо просто незнание ситуации. Ответственность от бухгалтера. Ну, что такое бухгалтер? Ну, ответственность. Ну, уволился и уволился. В итоге ответственность на руководителя предприятия. Когда предприятие отдает налоговый учет на аутсорсинг, и если возникают какие-то претензии, то уже ответственность несет та компания, которая аутсорсинг ведет. Uh-huh. Это раз. Второе. Когда на аутсорсинг в такую компанию уходит учет бухгалтерский, налоговый, юрсопровождение, ни одного предприятия, а десятки, уже, возможно, сотни, то у таких компаний уже складывается практика. Соответственно, они уже могут более гибко выстроить бухучет для каждой конкретной компании с учетом той практики взаимоотношений с налоговой инспекцией, которая сложилась по целому кругу предприятий. Поэтому с точки зрения безрисковости ведения налогового бухгалтерского учета и юрсопровождения, может быть, даже кадрового сопровождения, выгодно давать данные функции в сегменте МСП на аутсорсинг. Кстати, немножко перескакивая с тематики налоговых взаимоотношений, могу коснуться еще отношений с трудоинспекцией. Там тоже доходит в сегменте МСП до абсурда. Если у предприятия есть хотя бы один наемный работник, ему требуется завести столько бумажной и отчетной работы, что как минимум нужно иметь двух кадровых работников. В отделе кадров. Вот представьте себе ситуацию. Мы говорим... Отдел кадров, да, больше сотрудников, если, чем работников. Если индивидуальный предприниматель хотя бы одного работника берет на работу, ему требуется завести кадровый учет. Здесь тоже есть уникальные примеры просто действительно абсурда, когда одному ИПшнику вкатили гигантский штраф, когда выяснилось, что у него налоговый учет, отчетность ведет жена. То есть жена, но она не оформлена. Да, и где-то просто, ну, может, там подпись была жена. Ему говорят: а чья подпись? То моей жены. А у вас нет трудовые отношения оформлены? Так это моя жена, я ИПшник. Нет, у вас даже нет оформлены трудовые отношения. У нас другим образом отношения. Совершенно верно. И формально подчеркиваю, человек виноват. Он же взял наемного работника. Но мы же должны понимать, где грань разумности и бюрократии. Угу. Можно вернуться к налоговым. Сейчас вернемся, да, после рекламы. Середина часа, очень интересная беседа у нас получается. Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Два дня, напомню, вы находитесь в этой должности. Продолжим через полторы минуты. Особое мнение на 101 FM. Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в нашем регионе. Это ваше особое мнение. Мы продолжаем
по теме налоговые, собственно, общаться, такие яркие, ну, мне понравилась эта фраза, как вы сказали, уникальные примеры абсурда налогового. Да, это абсурд, можно сказать грубее, но эфир не позволяет. И... Давайте еще уникальных примеров воспитания абсурда в налоговой системе у нас. Ну вот данные как раз блоки, так скажем, злоупотребления, так можно сказать, мы выкатывали Чурушиных. Я сказал, такого быть не может. Хорошо, мы за каждым блоком постараемся, чтобы предприниматели... То есть вы ее к стенке хотели прям вот припилить вот этими фактами? Я подчеркиваю, что, ну, возможно, что Чурушина была права в том, что это большая структура, и, может быть, голова не с ним знает, чем... конкретно выколачивают деньги местные мытари. Было у нас такое российское слово. Давайте рассмотрим просто те блоки проблем, которые у нас возникают в отношении налоговой инспекции. Я буду очень краток. Первое – это блокировки счетов. Вот вы что-то про это слышали вообще или нет? Я читал новость вчера, по-моему, о том, что президент поручил упорядочить, то есть как-то навести порядок, да, более конкретно расписать, в каких случаях блокировки счетов могут быть. Абсолютно правильно. Да. Значит, опять-таки, значит, да. театр абсурда. То есть там, насколько я понял, там очень много места для импровизации. Вроде можно, а вроде нельзя. А давайте лес, вот заблокируем. Лес рубят. Да, совершенно верно. Да. То есть работает бизнес, успешный бизнес, большие обороты. Может возникнуть минимальная налоговая задолженность. Что имеет право сделать налоговая инспекция? Она может все счета заблокировать. В одночасье предприятие просто встает хозяйственная деятельность. А возникает цепная реакция. Если предприятие не платит деньги, значит, у тебя какие-то проблемы, у нас предприятие тут же исключается из цепочки надежных поставщиков, он фактически теряет рынок. Налоговая. Ты что, а я что? Я же закон. Так там рубль, там бывает проблема, что какие-то копейки могут быть налоговой задолженности. Блокируются все счета полностью. Естественно, это поле для отстаивания интересов бизнеса. Запросы документов. Здесь что происходит? У нас налоговая инспекция имеет право запрашивать с бизнеса необходимые документы для понимания исчисления там, той или иной базы. Но часто это делается вообще вне рамок налогового контроля. Примеров множество. Ну, какие могут быть примеры? Например, может позвонить инспектор налогоплательщику и запросить документы по какой-то сделке, либо какое-то объяснение по ситуации, имевшее место 1, 2, даже 3 года назад. А он имеет такое право? Инспектор запросить? При этом нет ни камеральной, ни выездной проверки. Ну, какие, может быть... мотивации данного. Да. А у нас идет какая-то проверка из управления, тут не хватает документов, представьте, все. И вроде бы ты отказать-то можешь, но, с другой стороны, попробуй откажи, а потом у тебя еще будут отношения. Отношения же потом, да. Да. Соответственно, люди отвлекаются, начинают искать документы там, какой-то, там, седых времен. Могут попросить какую-нибудь уточненную декларацию за период, по которому уже истекли все сроки камеральной проверки. Ну, у вас же не будет там много к доплате, просто ошибка по строкам, вы переделаете и дайте уточненку. Ну, практически всегда в таких случаях, если налогоплательщик идет на поводу у инспектора и подает несущественную уточненную декларацию, после этого он получает полноценную камеральную проверку. Да? Получает по полной. Да. Это вот блок запроса документов. Есть и другие. Есть такая тема манипуляции с уведомлениями. Налоговые органы для объявления своих действий, сроков проверок, должны через телекоммуникационные каналы связи представить некие требования. Они могут их дать, скажем, по старым реквизитам, на какой-нибудь старый e-mail. И когда идет налогоплательщик в суд, он говорит, извините, а мы вас уведомляли, куда? Вот на такой-то e-mail. Ребята, у нас давно уже там другой e-mail, но у вас же он есть там в базе, вы же получили. Получается так, что, грубо говоря, формально налоговый о чем-то известил, налогоплательщик не знает. Опять-таки, спорная ситуация, кто прав, кто виноват. Пустяковая ситуация, а в судах, она выливается. Суды, да, суды процентов на 90 случаев все-таки занимают позицию налоговой инспекции. Опять, кто виноват? Виноват налогоплательщик. Ну, колоссальная тема – это допросы свидетелей. Это тут уже театр абсурда бывает в очень интересных примерах. Допросы на дому по месту жительства свидетеля могут вечером инспекторы прийти домой к вечеру и просят по-быстрому на какие-то вопросы ответить. Свидетелю. Какому свидетелю? Ну, вот был какой-то пример, когда позвонили грузчику склада. Чего можно сказать? Грузчик склада по манипуляции на этом складе. Он там ничего не ляпнет, а это уже попадает дальше. Там какие-то есть нарушения там, в таможенном учете, там что-то еще, и все. Опять уже раскручиваться. Да. Либо звонят родителям какого-то предпринимателя, чем занимается ваш сын? Каким-то бизнесом. Все, он занимается бизнесом, значит, все там у него там уже может какая-то быть неунищенная деятельность, вплоть там до
объявление ему там диких ногов. Ну, я вижу, что перед, да, перед вами еще примеров там долго много, можно много, приводить. Много, да, и все тут мы вот как раз разговаривали с новым руководителем. Остается не так много времени, закономерный нас, вопрос, как сейчас будете выстраивать отношения с новым руководителем? Встречались ли уже? Когда у меня были депутатские слушания на комитете, на одном из комитетов. УЗС. Да, да, Денис Александрович присутствовал, и там прозвучало, что он абсолютно открыт к диалогу, тем более имеющийся у многих из нас информация, что человек все-таки, как говорится, вятский, и он сам декларировал, что он открыт для контактов. Надеюсь, что с новым главой мы выставим отношения. Еще раз подчеркиваю, что то, что мы говорили про предыдущее руководство, мое мнение, что, возможно, виноват не человек, возможно, виновата система, это раз, и действительно, возможно, то, что происходит на местах вот из этой палочной системы, просто действительно наверх не выносится. Это же большая, большая структура, большой механизм. Я надеюсь, что Денису Александровичу будет, будет возможность во всем этом разобраться. И если вот эту информацию, что я сейчас докладываю, он будет принимать на веру, а я считаю, что то, что информация у меня, это не какие-то придумки, это действительно вопиющие факты. Если он на них будет реагировать, то мы сможем достичь нормальных взаимоотношений, ну, корректных взаимоотношений на этом сложном пространстве взаимоотношений налоговой инспекции и предприятий. Я сейчас задам вам вопрос, который хотелось бы, чтобы прозвучал в самом конце нашей беседы. 5 минут до нее остается. Как будете оценивать результаты своей работы? Эффективна ли она или неэффективна? По каким критериям? Вот давайте минутку это оставим на самый конец. А сейчас все-таки не можем не поговорить о тех проверках, которые у нас проходят и проходят по всей стране после трагедии в Кемерове. Угу. Как так случилось, что по информации МЧС наши торговые центры просто изобилуют нарушениями? И мы тут просто в лидерах антирейтинга по Приволжскому федеральному округу. Как можно было годами работать с таким количеством нарушений? Или вообще можно ли доверять этим словам представителей МЧС? Что действительно так все плохо? Как говорит очень много представителей бизнеса, если соблюдать все требования контрольно-надзорных органов, проще закрыться. Бытует такое мнение, да. Мой опыт показывает, что это действительно так. Поэтому, конечно, какие-то вещи, возможно, проходили проверки формально. На какие-то вещи можно просто внимание совместно и проверяющие, и, собственно говоря, сам бизнес особо внимания не уделяли. Я не могу сейчас комментировать достаточно компетентно ту ситуацию, которая есть, потому что этой проверкой до сих пор еще пока занимаются и прокуратура, и структура МЧС. Но от аппарата уполномоченного запрос на результаты мы сейчас имеем право послать в прокуратуру, мы это сделаем, и мы послали в МЧС, чтобы как только у них будут уже итоговые выводы, чтобы они до нас были доведены, чтобы мы тоже понимали, в чем претензии к бизнесу. Пока на сегодня мы все оперируем, в принципе, это неофициальными документами, мы просто оперируем мнением. Вот я документов официальных по нарушениям по нашим торговым центрам не видел. Мы их получим, будем смотреть, существенно там замечание, несущественно. Но то, что мы видели, по крайней мере, на экране вот пример того же Джамола показал, что в принципе средства по выводу людей по противопожарной безопасности у них имеются. А насчет других торговых центров, вот, увижу бумаги, буду сидеть. Пока я, к сожалению, запрос оставлю вот без подробного такого, да, потому что я не видел документов. Известно ли, насколько долго еще проверки-то эти будут продолжаться? Я думаю, что в течение месяца у нас уже будет какая-то информация объективная в письменном виде. Ну, губернатор, как известно, собирал, да, представителей, руководителей неких торговых центров, и он предложил подумать о том, чтобы детские игровые зоны, там, где они есть, все-таки разместить не на верхних этажах, а на первом. Вот, например, разумно. Экс-депутат УЗС Дмитрий Русских в нашем эфире говорил, что ну, не будет делать это бизнес. Маркетинг. Это же логистика. Первые этажи, они самые дорогие, там, арендная человек плата. Человек проходит, покупает товары, дорогие бренды. Да. Ну, вот сейчас комментировать очень сложно. С одной стороны, мы понимаем, что у бизнеса есть задачи максимизации прибыли. С другой стороны, мы понимаем, что любой бизнес, он социально ответственен. Я могу здесь просто привести немножко другой пример уже из моей практики. Вот то, что идет обращение на аппарат уполномоченного. У нас есть такой достаточно, может быть, специфичный случай, но он в чем-то похож на вот ситуацию с торговыми центрами. У нас по паркам, вы знаете, ходят прогулочные лошади, пони. И эти вот, не обязательно по паркам, на театральной площади каждый выходной. Да. И оказывается, что данные маршруты, они, собственно, с городом не согласованы. И на сегодня возникают вот сложности в отношении данных интертеймент-структур, которые занимаются вот этим, так сказать, специфичным развлечением публики и тех же муниципалитетов. Какую позицию формально занять? Вот, с одной стороны, понятно, что у бизнеса есть претензии, что правила игры не определены, а правила игры. С другой стороны, мы понимаем, идет лошадь.
лошадь, идет пони. По площади гуляют люди, гуляют дети. Что может случиться? Животное может просто взбрыкнуть, понести. Это же не проезжая часть. То есть, вот, как гражданин, я принципиально против того, чтобы вот, бизнес допускать. То есть бизнес должен сначала подумать не о том, как тут вызвать маршруты, а о том, что чего пало может случиться. Mm-hmm. Вот, поэтому все-таки мое мнение, что предприниматель сначала должен думать не о своей прибыли, а о том, что как обеспечить действительно безрисковость своего бизнеса для граждан, для окружающих. Но вы будете активно доносить эту позицию? До бизнеса. Я являюсь, с одной стороны, защитником бизнеса, с другой стороны, госслужащим, поэтому мне необходимо находить компромисс обеих сторон. То есть, с одной стороны, да, необходимо защищать бизнес, помогать бизнесу. Подчеркиваю, даже не сколько в отношениях там, с государством, сколько, например, с отношением тех же законопослушных бизнесов, может быть, не совсем законопослушных бизнесов. Вот об этом говорил губернатор, что наша задача помогать бизнесу с белой заработной платой, которая у нас участвует в социально-экономическом развитии, который полезен нашему региону, который не только на себя работает. Последняя минута, к сожалению. Возвращаясь к вопросу, как будете оценивать эффективность своей работы? Каким критериям? Мою работу оценивает депутатский корпус. Это ежегодные отчеты о деятельности. Также эту работу по определенным KPI-показателям оценивает федеральный уполномоченный господин Титов. И оценивает ее не ежегодно, а чаще оценивает. Ну, я надеюсь... А сами-то лично, что вам будет моральное удовлетворение приносить? Сами себе скажете: о, клево, Владислав, ну, я сделал. У нас 50 тысяч бизнеса, я понимаю, что там всем не угодить, но у нас бизнес объединен крупнейшими бизнес-структурами. Я думаю, что для меня будет очень важная оценка, когда мы, лично я добьюсь, как минимум, уважения со стороны в этой деятельности, со стороны крупных бизнес-структур, там тоже торгово-промышленной палаты, РСП, опоры там России, деловой России, которые на сегодня выдали мне некий вексель доверия, сказали, что ну давай ты трудись, мы посмотрим, вот давайте вот дождемся, может быть, даже к этому разговору вернемся через год уже, может быть, даже позовем. Не-не-не, мы вас раньше намного будем звать. Не раз в год. И вот пусть он уже скажет честно: Попов там справляется, Попов не справляется. Спасибо. Закончилось наше время. Владислав Попов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кировской области. Удачи вам. До свидания. Особое мнение на 101 FM.